Привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня не видеоурок, сегодня просто у меня расцвели все гиацинты, которые были в подвале. И я хочу вам несколько слов еще о них рассказать и дать вам полюбоваться на эту красоту. Вот эти кудряшки голубые, фиолетовые, белые, источают такой аромат. И я хочу вам, как, кто знает, кто не знает, не знаю. Вот эти цветы можно срезать, засушивать и укладывать, как, в бельевые шкафы. У вас не будет моли и всяких там какие-то есть вот эти постельные какие-то там клещики. Или, ну, короче, насекомых не будет, потому что они вот этим своим запахом, который нам нравится, который парфюмеры применяют в своих духах, эти все насекомые, они не любят, он для них губителен. Вообще гиацинт считается, как сказать, каким-то талисманом. В каждом доме, в каждом огороде должен расти гиацинт. Это вестник весны. Сейчас вот сугробы растают, начнут цвести уличные гиацинты. А сейчас у нас вот эта корзинка с гиацинтами стоит дома. И нас, как сказать, мы нюхаем ее. Такой аромат, аромат неповторимый. Те, кто делал выгонку гиацинтов, знают, что аромат вообще ни с чем его не спутаешь. Именно аромат гиацинтов. Покупайте осенью луковицы гиацинтов, оставляйте на выгонку, садите в своих участках. Гиацинты очень красивые, очень оригинальные цветы. Пусть эти кудряшки будут в каждом доме. До свидания.